О, какие нашлись красавчики. Сейчас я их срежу. Обалденные. Класс. Не такие жирные, как бывают. Но все же. Нетронутый пенек. Прям беру за шляпки. Все покажу. И срезаю. Бывают такие прям жирненькие, классные. Эти немножко не такие. Погодка сегодня такая слегонца прохладно. Но самое оно не жарко ходить по лесу. Оп. Лишнее убираем. Некоторые попадали, собираю. Здесь бы можно было ножницами вообще работать. Так-то. Все это сразу срезаю, домой даже не тащу. Таких нарвал. Видишь, какой себе тут с одного клюка. Ну? Я других. С жирненьких? Посмотри. Ага. Все малышие маленькие. Я вот смотрю, вот это что-то за дерево непонятное. То ли старое, а то вот молоденькое растение. Так, у нее возле корня все там. Сейчас пробежимся здесь. Бывают такие пеньки, ведра два можно с одного пенька нарезать.
Ну вот, смотрите, сколько. Сейчас, сейчас, сейчас. О, это с одного пенечка. Класс, супер. Идем дальше.